Привет, дорогие друзья, на связи Кася, Юрочка, ребята, и сегодня вместе с Димкой мы снова поиграем в GTA 5 Online с рубрикой «Драка Рейсинг». Здорово, ребята. Что ж, ребятушки, очень много новых прикольных машин у нас появилось на сервере за последнее время, даже новых читов, поэтому если они попадутся, будет максимально прикольно. Ну а мы, ребята, вкратце, давайте я пробегусь по правилам, расскажу, что будет. Мы достаем тачки из рандома, только тачки из реальной жизни, байки тоже идут в счет, групп на габарит вообще никакой не учитываем. А вот это наша задача наша на каждом заезде непосредственно на финише быть первым. Если так происходит, то мы на следующий раунд спавним 3 тачки, поигравши только 2. Что ж, также будем следить за экстрабаллом. Единственная машина среди всех раундов, которая уедет дальше всех, то есть будет самая быстрая на финише, она приносит экстрабалл. Поэтому, как бы, сразу сходу предлагаю тебе начинать и по одной тачке достать. На чем же мы поедем, вопрос. Опа, Мерс. Какой-то новый Мерс, видать. Так, какой, у меня кривой Роллс, да. Вапит и какой-то старенький Скай, ребята. Роллс не считаю, потому что он страшный. Так, Мерс загрузился. Кстати, Мерс я даже вроде знаю какой. Это неплохой автомобиль у меня. Ну, возможно, хороший вот такой Ниссанчик. Правда, это 32-й вроде как. Так, а нет, что-то новое. Ага. Что за Мерс такой? Раньше не видел, ребята, новая машина, да, посмотрим. Что ж, надеюсь, вы уже поставили лайки, ребята. Не забудьте написать свои комментарии, а также залетайте в телеграм-чатик для общения. Ссылки все, ребята, есть в описании. Ну а мы давай с тобой начинать. На счет 3, 1, 2, 3. Понеслась. Чего? Вообще улетаешь. Вообще, как стоячего. Я тебя уже не вижу почти. Емать. При этом у меня скорость-то всего 370. У тебя там что вообще ведро какое-то? 400. 400 максимум. Какие 200? Это что? Ребята, у нас стоит чиповка вообще 15%, чтобы вы понимали. Мерс с чиповкой едет. Охренеть. Я вылетел, тут пропала трасса у меня. А, ты у меня ехал, исчез. Я такой, что думаю? Понимаю, ладно, чини трассу. И давай. Давай. Что это было? Так, Димка, в общем-то, дорогу починил. Давайте продолжать. 3 машины будет у меня. Если честно, я такой медленной тачки вообще не припомню. Так. Я случайно удалил твой драг-рейсинг. Случайно не ту кнопку нажал. Это такое себе заявление, слушай. У тебя что там, чит, что ли? Драг-нова. Да. Так, так, Руинер, кстати, не считается, поэтому у меня есть еще одна машина. Devil 16, казалось бы, у меня, ребята, но Devil 16 не тот. И вот такой автомобиль, который я возьму. Что ж, да, сейчас будем смотреть на максималочку. Бугатти тоже не та, поэтому очень важно, ну, конечно же, не победить, а хотя бы по накату ехать дальше. Раз, да, два, три, поехали! Дракнова, конечно же, тут будет первая, смотри на максималке. И мама мне долго кочегарит. 600... 709. 709 в стену, получается, да? Не на финише. Да, но не, я не знаю, где там был финиш, я не видел финиш. 382. О, красиво, я вертолет, конечно, взорвал. Очень медленный автомобиль, к сожалению, по накату не поехал. Так, у тебя 3 машины будет, и экстрабалл, ребята, побить будет очень сложно. Это неплохая циферка, на самом деле. Так, ускоряшка, между прочим, может быть, принесет мне победу. А ты кто такой? Давай, до свидания. Актуально. Это новая Митсубиси. О, это тот лансер. Это тот лансер. Ты чё по дропу? Это чит, ребята, новый. Ну, не чит, но быстрая, хорошая тачка. Не уверен, что я буду быстрее, но у меня хотя бы есть ускоряшка. Попробуем, ребят, на счет 3. 1, 2, 3. Понеслась. Это, ребята, я... Ёпста, нихера себе, ты улетел. Это благодаря ускоряшке только. Так, у меня заполнилась ускоряшка. Я еще один раз ее смогу прожать. Вопросы... Прожимаю! Нет, не успею. А, у меня скорость упала. Ага. Не работает. Не работает так. 620. 340. Ну, может быть, 400 было. На, получай бампером. Как говорится, облизни его. Так, 3-1, понимаю. Ну, такое, брат. Да. Ну, ускоряшки, они, ребят, такие, да. Есть, конечно, драк новые всякие, которые хорошие. Типа там, ну... Я даже не понял, как правильно там. Бугатти у нас, помню, реактивная была. Вот такие вот машины. Вот они быстрые, но вопросы. Так, Мерседес, А-класс... И Феррари какая-то, возможно, интересная, возможно, нет. Так, давайте пробовать. Что берешь по итогу? Мерседес. Мерседес беру. У тебя А-класс на самом деле хороший был, поэтому машины, не могу сказать, что какие-то плохие упали. На счет 3 опять-таки заезд. 1, 2, 3. Поехали! А что по счету? 4-1 уже или? Или 3-1? Да, что-то я сбился. 3-1 вроде бы. 3-1 вроде. Так, ну у меня хорошая бэха, под капотом 206, и по ускорению неплохо еду. Правда, максималка. Да, максималка такая. Догоняю. Да, догоняешь, догоняю. Но не успеешь. 388 на финиш. 410. Неплохо, да, у меня вроде быстрые тачки, но такое. Так, у тебя какой-то внедорожник видел? Что это было?
И второй внедорожник. Так, ладно. О, Супра. Супра очень быстрая по накату. И Альфа-Ромео очень быстрая. Монза не быстрая. Я, короче, Альфа-Ромео возьму. Это, кстати, потенциально вообще как бы новый экстрабал. Давайте я ее возьму все-таки. Я ее возьму. 700 сколько? 9 было, говоришь, в стену, да? Да. Ну, попробуем, да. Попробуем. Очень хорошая Супра, ребята. По накату едет, мама, не горюй. Раз, два, три. Поехали. Давай, давай, родимая. Точно на финише буду первый. Вопросы по... Конечно же, только экстрабалу. Врагель неплохо держался. Типа 250. У меня максималка плохо набирается. Плохо набирается, ребята. Типа 350. 570, понял, ема, я улетел. 380. Ну да, такое. Две машины у тебя, три у меня. К сожалению, экстрабал побьет только чит. Ну, либо какой-нибудь просто заряженный додж, например. Опа. Так, у тебя Бугатти, ой, Вольксваген. Так, и Вайпер у тебя неплохой может и быть. И Вайпер. Так, вопросы. Мустанг тот самый? Беру Бугатти. Нет, не тот самый. Ты? Тоже не тот самый. Ну, среди тех самых лучше брать хотя бы то, что должно поехать. А Бугатти тоже плохая, максимально. Неинтересная, но тем не менее. Раз, два, три. Понеслась. Хороший зацеп на старте у тебя. Мустанг, надеюсь, по максималке будет хорош. Ну, не сказал бы, что на много. Да, смотрите. Ха, неплохой трек-рейсинг. Два раза, короче, друг друга обогнали. А, и все, и я уже не догоняю. Чего? 356 была. Я был первый? Да, ты первый был. У меня ты был первый. Нет, тут ты намного, на корпуса 2 был впереди. Так, ладно. Серьезно? Понимаем. Мустанг и какая-то Шкода, что ли, что это такое? Суперб, да, все верно. Так, босс. Босс у меня упал. Попробуем, ребята, его расчехлить. Молокосос. Так, что, что такое? Так, вроде как Челленджер не тот, Ламбу не помню, а это вообще Соната вроде. Ага. Ну, я возьму но его. Но это не Драгстер. Конечно, выхода нету так такового. Ну да, но у меня машина не лучше, в принципе. Раз, два, три, погнали! К сожалению, ребята, доджик, конечно, в последнее время такой себе, но у меня ответ вообще будет хоть какой-то, нет? Давай, по максималке. Давай, не успевай, или успевай. Успевай, догоняюсь. Успевай по максималке. Скорости прям вообще, ребята, смешные, смотрите. Ну, хотя... 350. 392. Ну да, вот поэтому, ребята, я обогнал. А, ну поэтому и взял, да. Да. А, Копейтос, кстати, может быть неплохо. У меня копейка, помню, у тебя в серии ехала, ну, хорошо, там 480, что ли. Так, ты что такое? Это стандартная тачка. Порш. Емать. Что за диски такие беспонтовые? Че? Так, вот это очень быстро. Емать, у нее под капотом. А что так много-то? Ее что, апнули, что ли? Кого? Астон Мартин или что это? Это Феррари FF вроде. Почему 370 под капотом? Она же помедленнее была вроде. Интересности. Интересности. Раз, два, три. Поехали. Копейка топ на самом деле. Но у меня полноприводная просто Феррари. Да. Она очень быстрая, ребят. Вообще. Ну, экстрабалом опять не пахнет, ребята. Хотя скорость у меня 580 в стену. Это очень хорошо, конечно же. 412. Ага, не та, значит, копейка, но тем не менее 400 плюс это хорошо. А, Додж наконец-то пришел. Так, военную технику мы тоже считаем. И Хуниган вот такой вот. Так, я поеду на доджике. О, кстати, у тебя... Так, я Кадиллак пока не знаю, что. У тебя интересно, Кадиллак? А первая тачка была уже? Слушай, ничего пока нету. Это и есть первая. Так, хорошо. И Феррари какая-то новая, да? Или это, нет, это Брахам? Ну, Брахам такой себе. Что будешь брать? Гэтс. Кадиллак. Ну окей, две заряженных тачки, ребята. Я надеюсь, что Додж хотя бы тот, поэтому будет интересно. Раз, два, три. Поехали! Ну да. Погнали. Старт одинаковый, но максималка, ребята, да, максималка решает. Диски так улетел смотрятся. Улетел просто, улетел. Ну да, хорошо еду. 500 есть. 568, что ли. Опа, ой. Это что было? Я видел, что ты заспавнил. Или так быстро удалил? Да, на кривая, я поспешил просто. Да. В небе пока летел. Рокет баня у тебя упала. Так. А у меня что-нибудь? Так. Мерседес. Это не считается. Стандартная. Гоночный болид, между прочим, такое себе. Байк. Кстати, байк. Байк, если из реальной жизни, а он из реальной жизни. Давайте я его возьму. Так. У меня, возможно... Ой.
хорошей AMG, но все-таки байки, ребят, попадаются не так часто, тем более из реальной жизни, поэтому а че бы нет. Давайте прокатимся по приколу. Хотя он прям вообще страшный весь. Будем считать, что это такой винил. Протестирую, интересно будет проверить, как бы какая из моих, моя машина или же твоя будет лучше. Ну, у меня не машина. Ну, хотя, смотря как посмотреть. Ну, раз, байк твой, два, три, поехали. Я вот так, наверное, поеду. Больше прижимной силы. Колеса, кстати, у меня чего? Как терминатора оттенка. Ну, слушай, 267 под капотом, 400 едет. 320, прикинь. Догоняешь? Догоняешь вроде. 350. Чего? 493 я в стену врезался и даже не слетел. Это что за прикол? А, ну они же не падают. А, серьезно? Неплохо тогда. Да, они не падают. Так, Бэха. Вот такой внедорожник. И какая-то Митсубиши. Ё-ма-терминатор. Это новый экстрабал, возможно, ребятки. У меня очень хороший вот этот сафари. Я, наверное, его и возьму чисто по приколу. Ну да, ребят, терминатор. Ой. Чего? Как это? Так, ладно, ребят, я вернулся из путешествия. Турбо-сафари. Вот такой вот, ребят, Nissan против терминатора. Раз, два, три, поехали. Тут неважно. Терминатор, конечно же, будет первый. Вопросы на максималку только. 709 пока что Драхнова поставила. 400. Не, 500. Не будет. Не будет. Не будет, да. 592. Ну, такое, слушай. Но у меня Ниссанчик очень слабый. 387. Да, понимаю. Не то, ну, не окей. То. Так. О. Хотя бы бал мой. Ну, бал твой, да. У меня две тачки. Альфач и Бэха вроде неплохая. Да, отличная Бэха. Ты кто такой? Так, неинтересно. А Реношка первая у тебя. Второй автомобиль Lexus вроде. Ну, считается, но я думаю, ты на нем не поедешь. Да не, ну там 72 под капотом, это смех. Ну да, ну да. У меня очень хороший бэх, 34-й. Раз, два, три, поехали. Шикарная тачка старенькая. Одна из лучших, летающих еще вдобавок. Не возьмешь. В смысле? Взял. 250 под капотом, брату. Ну, жесть. Понимаю, поздравляю. Звук как от истребителя. 350-365. 486. Ну, типа, нормально. Пойдет. Поедет, как говорится, хорошая тачка. Три машины за мной вновь. Так, и третья, что будет-то, господи, Макларен какой-то. Вот это что такое? Слушай, а Патриотс, это, наверное. Можно мне машину? Наверное, считается, поэтому Макларен я удаляю. Так, ну крутогабарит не считаем. Нет. Крутогабарит не интересен. Так, эгоиста и опять он, да. Опять он. Так, ну вопросы. Вопросы. Эгоиста уже неинтересные. Ой, Рено неинтересный, эгоиста интересный. Ну, эгоиста быстрая, вопросы, успеет ли разогнаться. Раз, два, три, понеслась. Камара 50-50. Либо тот, либо не тот. И, скорее всего, не тот. Хотя едет неплохо, слушай. Ну, тут вообще попадос. Ну, эгоиста быстрая, я знаю. Тем более с чиповкой, ребята, вот именно она хорошо едет. Без чиповки у нее шансов, может быть, и не было. 363 всего лишь. Не тот, ребят, Камарос. Камаро, вернее, если быть точнее. Так, две машинки. Астон Мартин. И это тоже считается, что там за машинка такая. Сейчас будем смотреть. Хотя не будем, мне интересно. Так, ладно. Ниссан. Потом Бэх. И Феррари. Ну, насколько помню, по дропу машинки неинтересные, но опять-таки могу ошибаться. Не сам беру. Давай, поехали. Раз, два, три. Понеслась. Слушай, неплохой старт. Ты прям хорошо улетаешь. Но у меня 324 под капотом. Да. У меня очень хороший Астон Мартин. То есть, ребят, посмотрите, сколько быстрых тачек сегодня попадается, но чит пока никто не побил. 568 видел. 80 по итогу. Ну, что-то из крайности в крайности. То быстрая тачка попадается, то медленная какая-то. Ладно, продолжаем, ребят, следующий раунд. Как говорится, за что я люблю Drag Racing? За то, что здесь динамично, все очень быстро. Бэтмобиль попался еще. Чего ты заспаунил? Удали нафиг. Да, Бэтмобиль надо удалить. Он такой себе. Так. Дальше не буду больше спать. Емать. Что тебе упало? Возможно, опять-таки новый экстрабал. Электромустанг, ребята. Шикарнейший автомобиль. В реальной жизни тоже клево смотрится, кстати. Раз, два, три. Да? Поехали. У меня хороший MGGT. Но, да. Чё-то он вообще медленный. Это у меня просто MG-шка хорошая. А, понял. Слушай, я уже 400 еду. 603. 603, 709, ребята, экстрабалось. Да, мне кажется, кто его побьет-то вообще? Только другой чит какой-нибудь.
Майбах и Макларен. Вот такой интересный, 720-й. Майбах чё? Майбах не интересен. Так, Ниссанчик и Феррари, 612-я. И третья тачка еще есть. Крупногабарит не нужен нам. Пежевоз. Чё будешь брать? Ага. Может быть, тоже хорошая, а может, плохая. Раз, два, три, поехали. Я предлагаю сделать еще два, ребята, раунда впереди. Не та Феррари, походу, да? Или та догоняешь? А может, та. Ямат пошел. 340, 350. Ну, такое. 350 у меня было. Понимаю. Очень хорошее ускорение. Ну, кстати, для той Феррари что-то слабовато. Я удивлен. Видать, у меня просто плохой, вернее, Макларен был. Так, корч какой-то. Лимузиандр. Лимузиандр, может, и поедет. Да. Так, и Ламба. Ну, скорее всего, конечно, Ламбу брать будут. И, да, медленный, как я и думал. Поэтому давайте вот так вот оставим. Когда, как говорится, машин больших каких-то быстрых нету, особо не разгуляешься. Что ж, окей, предпоследний раунд, предпоследний заезд. Раз, два, три, поехали. Так, я тебя немножко до линии подождал. Ну и все на этом. Да, лимузины, конечно, хорошие, просто да, не, Ламба такая неплохая. Так. Ну слушай, 4 сотни есть. Ну хотя, с другой стороны, типа, прикинь, 380 еду. 4 сотки. 478. 4 сотки, да, это хорошо. Неплохой мустанг, на самом деле, попался. Ой, мустанг, Линкольн, это даже, наверное, лимузин был. Так, три машины, первый Форд. Да, добро. Так, ух ты, это, кстати, очень прикольная тачка. О, Запар! Запорожец, кстати, хороший. Прям неплохой. Форд. Я его возьму. Слушай, а я возьму вот эту тачку. Она, короче, медленная, но она по накату охренеть как едет. Запорожец против Эклипса вроде как. Раз, два, три, поехали. Погнали. Зопор, на самом деле, просраться еще всем. Ну, большинство тачек даст, поэтому. Смотри, как держится. До последнего держался. Три сотки еду спокойно. У меня тачка по накату просто едет. Я, ребят, за счет этого только сейчас вырываюсь вперед. 413. 492 по итогу. Что ж, вот такая серия, ребят, получилась. Самая быстрая тачка Дракнова. Наш старенький чит 709 км в час. Он приносит бал Димону, потому что быстрее машины больше не было. Хотя машины сегодня были довольно-таки интересные. Ставьте лайк, пишите хэштег видел, если досмотрели до конца. Будет интересно посмотреть, сколько нас. Ну и всем пока-пока. Пока, ребят.